Итак, всем привет! Сегодня мы будем говорить о Safari, о браузерах на iPad первых. На первом iPad 2010 года. Итак, начнем. iPad первый работает на iOS 5.1.1, без джелбрейка, без всего, как вы видите. И начнем про работу с Safari. Итак, я думал, конечно, не будет всем интересно, как работает Safari и так далее. Но меня спросили, как же работает Safari на iPad первым. Я тоже думал, что Safari будет на iPad первым. Ну, как вы думаете, как должен будет работать Safari на iPad? Думал, все будет идеально и так далее. Но я ошибался. Так, сейчас покажу, как. Смотрите, если мы будем смотреть какой-нибудь фильм, да, например, вот комедию. У нас нет ничего снизу. Так, давайте я уменьшу подсветочку. Вот так вот. Все, теперь вы меня видите, да, и теперь у меня видно заляпанный экран. Ну да ладно. Так, сейчас реклама пройдет. Кстати, не на многих сайтах можно смотреть видео. Ну, смотрите, если я буду смотреть фильм, видео или все что-нибудь в Safari, в любом другом браузере, то смотрите, что происходит. У нас ничего нет открытого. Вот я сейчас, например... Сейчас, секундочку. Смотрите, вот мы смотрим фильм, да? Ну, я сказал, смотрим фильм. Оп! Оп, уже вылетело. Вот про что я хотел сказать вам. Малейшее движение не так, он уже вылетает при просмотре фильмов. При переворачивании экрана, при приходе уведомления. Где там я-то? Сейчас, секунду. Да, сейчас он придет какое-нибудь уведомление. Эй, о, видите? Оп. Сейчас, наверное, не вылетит. Надо только при просмотре видео, фото и так далее. Ну ладно, продолжим с сайтом Apple. Apple тоже, если вот пользоваться, Apple.com. Так, ну, в принципе, тут все стабильно. Тут ничего такого, ну, так, конечно, подлагивает, но, как вы сами понимаете, что на iPad первом вообще 256 оперативки, это как будто, ну, вообще нет ничего. Просто не хватает ни на что. Если даже вот запустим там, не знаю, там, Twitter. Запустили мы Twitter. Twitter нас как-то подлагал. И запустим Apple. Он у нас перезагрузится, нет? Он у нас не перезагрузился, но просто подвис. Это хорошо. А, это как же у нас... Да нет, нормально. Какие там сложные сайты есть? Там, мне просили газету.ру. Там, вот, давайте, газета.ру. Сейчас. Попросили меня с этим сайтом поработать. Ну, в принципе, если не смотреть видео, то, может быть, вообще, ну... Все посмотрим. Да нет, нормально вроде. Ух ты, самолет упал. Сел самолет. Ну, давайте посмотрим видео. И... Напишем что-нибудь такое. Будем спамить. Спамить. Сейчас должен все это прийти на iPad. Ну... Давай, ну оп, будем так вот нажимать. Просто я хочу его завалить. Да нет, пока нормально. Ничего пока, кстати, нет, самое. Не вылетает, но просматриваю, что-то он не хочет ничего. Сейчас посмотрим. Ну, я вот нажимаю, он что-то не хочет смотреть. А, вот, запустилось видео. Так, да, просмотр, хочу смотреть. Оп, вылетело. Это потому, что я слишком много действий делаю. Короче, если хотите работать с iPad, все, хватит, приходите мне смс-ки. Если вы хотите работать с iPad, то просто лишние движения не делайте, убираете все уведомления и спокойно смотрите, играете там, закрываете Twitter.
закрываете все, что есть. Даже, знаете, еще даже подсветка, походу, влияет на это. Ну, подсветка влияет на батарею, она тут тоже какая слабенькая. Ну, давайте посмотрим вот это вот. Может, загрузится. Сейчас загрузится. Да, по-любому должно загрузиться, я все убрал. Да. Все загрузилось. Вот, все, видите, мы все смотрим, все нормально. Если мы по-быстренькому пришлем. Ну ладно, это, наверное. Да нет, все нормально. Видите, я вышел из Твиттера и нормально все. Ну, в принципе, это все. Всем спасибо, кто смотрел меня. Ставьте лайки и пока.